Конечно, приятно выйти на натуральное поле, на большой стадион. Ждем хорошей игры, ждем болельщиков. Где лучше играть? Ну, сложный вопрос. Манеж тоже, можно сказать, родной, трибуны там близко к полю. Ну и на натуральном поле, конечно, всегда приятно играть, приятнее, чем на искусственном. Не знаю, можно сравнивать такое, как коров из загон выгнали, так и на лужайке попрыгали. Светло, хорошо из ангара. Вот, поэтому все довольны, все рады, наконец-то вернуться на чашу. Здесь даже настраиваться не надо. Сам стадион настраивает. Воспоминания, естественно, связаны с тем, что сюда приходит больше болельщиков, потому что и чаша больше вмещает, свежий воздух. Вот. Да и играли с кем мы тут, и со Спартаком много народу было. Да и вообще на каждом матче. Поэтому, естественно, вспоминания только положительные. Ну, эмоции приятные, потому что это наш любимый стадион. Здесь другая немножко аура. Поле естественное. Ну и мы помним, что мы 21 октября заканчивали здесь сезон со Спартаком на кубок. И обыграли Спартак 1-0. Да, выиграли тогда. Хотелось бы сейчас продолжить какую-то серию, что ли, с ними. И выиграть Спартак 2, чтобы дальше... Уже останется там 4 игры, тоже брать максимум очков и заканчивать этот год хорошо. Команда «Спартак-2» – молодая команда. Много лет, которые играют в одном составе, то есть с детских команд, потом молодежные. Сейчас переходит там «Спартак-2». Несколько футболистов привлекается уже в главную команду. Там Игнатов, Роша. Ну, это хорошая команда, которая играет в хороший технический футбол. Не боятся играть. Играют за счет коротких, средних передач. Да, хорошее, интересно у них, в принципе, что «Спартак-2», что «Краснодар-2». Они все команды, все молодые, с академии. Ребята играют давно вместе, поэтому хорошо контролируют мяч. Глаза горят, поэтому всегда с ним тяжело. Поле, я думаю, что очень хорошее качество для такого времени года, там, для такого региона, как Красноярск. Поэтому грех жаловаться, люди старались, работали. Будем стараться завтра приносить им радость, в первую очередь, болельщикам, им и выигрывать. Воздух совсем другой, это как на выезд приезжаешь, играешь на открытом воздухе, кислорода много, голова чуть-чуть плывет первое время, а так в целом нормально. Ну, конечно, намного лучше играть на стадионе, чем в манеже.